Всем здравствуйте! Мы едем на рыбалку. И первый раз за 8 лет мы едем на машине прямо на озеро. Ваши впечатления, Диогена? Дорога нормальная, что? Дорога просто идеальная, можно сказать. Нету снега в этом году. Тут шоссе такое накатано. Обалдеть. Вот такие чудеса. Если сравнить ее с весенней дорогой, то в зубах крови нету. Все, пока, до встречи. Какое сегодня апреля-то? Кто знает. Вообще, мы даже не знаем, какое апреля. Примерно 20-е. Дорога растаяла, мы хотим домой. Где-то ребята впереди на снегоходах. Неожиданно наступила весна, называется. Вон они. Позирует. Это прилип, что ли? Точно прилип. Застрял. Уже проехали 15 километров. Рассвет. В тундре-то рассвет. А у нас вот дорожка. Едем, едем, едем в соседнее село. На дискотеку. Да, Саша там сидит, балдеет. Не в нарте тащится. Да, сейчас попрыгал. Главный специалист по рыбалке. Это у нас, ведущий это специалист. Это у нас навигатор. Время уже час мы едем, что ли? Побольше даже. Что солнце уже встало. И мы приближаемся к озеру. Вот по навигатору видно. Хорошо. Там вот уже спереди машины. Ну, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти, да? Точно. Так я тебе говорю. Если травка торчит, так куда ты там проваливаешься, ошибки не проваливаешься? Что там, болотка? Обманка, да. По травке там разыгрался. Вот такие вот дороги. Самую плохую мы не стали снимать, чтобы не пугать. Да. Если пятачок тоже можно оттоптать. Если что. Пятачок, пятачок. Такие вот кочки. Ну, они, похоже, машину так и бросили, как ехали, так и бросили. Как они подъехали? Озеро туда отнулись. Там для бульона ставили. Все, уже рыбачат там.
уже, наверное, рыбачат. Озеро, вот оно, озеро нашей мечты. Ну и хорошо, что место. Здесь вот кто-то стоял. Они все еще тут ходят. Они думают, дальше ехать к избе прямо или нет? Ничего нету нас, они все на льду. Все машины? Конечно. Где ехать? Где ходят? Все на рыбачьи на льду. Мужики или машины? О, машина стоит. Ну все же. Вон машины стоят. Вообще легковые стоят машины. Это ёперный театр. Эти на поджерике боялись ехать. Ну и там след есть узкий, ну как у Аки был след. Так, и что мы делаем? Ну, куда-то прижаться. Пеньки. Вот. И Леня увидел Эндрю. Через 8 лет на путешествий. Тайга. Здра. Тайга! Ну все, мы уже дома. Уже стол накрытый, картошка нажарена. Уже Диогена с Сашей поставили Сеткина на большую рыбу. Хлеб замерз, он не поддается дрессировке. Вообще никак. То ли он обессилен. Обессилен она. То ли хлеб кормили. Кормили только в 2 часа ночи. Да понятно, да, это дойдет. Эти вот на ломчики порезали еще. Корочки. Или вон булочки, кстати, есть, они мягкие. Там картофельные эти танги. Объедение. Вот. Печка у нас уже топится. Печка. Огонь. Спальные места наши. Мишка, говорят, все заладил, поломал, тут шкаф он весь взломанный. Сейчас Мишки нет. Мишка ушел. Где блесна нахуй? Где блесна моя? Ты, отдай! Сука, колись, блядь! Поебал ей! Где? Где ты такую на удочку нахуй? Где? Ты че? Где? Где блесна? Кстати. Нет, нету, поймали, отпускайте. Когда уже подождать, это выпить. Их заглотило. Пятерочка. Что теперь пальцами туда залазь? Не-не-не-не-не-не. Раз показываю только сюда. Да не так.
Смотри, там это трава. Видишь, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Блесна где моя? Где блесна? Она, я вижу, груз-то вот он. Вот это, на грузе. А блядь, первый раз меня зацепил. А блесны нет. В глаза смотри. Кто не смотрел? Теперь экзамен будешь давать. Я оторву на результат сегодняшней рыбалки. Гена с живых окуней шкуру сдирает. Нормальный такой окунь. Живой еще. Тут жареный окунь. Это не тарелка, это тазик. Тарелка-то вот она. Не обманул, что живых шкуру снимает. Из Германии могут посадить за издевательство над рыбой. После Второй мировой войны стали такие пунктуальные.
Видите, куда он палец засунул под шкуру. Придется ставить до 18 лет ограничения. Все в крови. Издевайтесь, Андрей.